Всем привет на моем 300-м стриме. И если вы подумали, что сегодня будет что-то особенное, то нет. На самом деле нет, просто обычный стрим. Но однако, да, 300-й номерной стрим. Уже, значит, 100 стримов я подряд номерных стримлю с камерой. Да, привет всем, Владиславу, П2, РНТ. Ну, как я сказал, ничего особенного. Продолжаем проходить Камиле 2. Надеюсь, сегодня-то уж пройдем сейчас со свежими, так сказать, руками. Со свежей головой. Ну, может, да, может. Если так, то да. Так. Привет, Блэк Джек. Да, прошел сразу. Сфера попытки. Ну все, поехали, давайте. О, все, прогресс на сегодня. Я до сюда сегодня еще не доходил ни разу. Привет, П2, видел один раз. О, еще прогресс. Ну, продвигаемся, вспоминаем. Музыку хорошо слышно? Нет, мы уже убедились, что ты не являешься Ванкой. Так что хватит тут шарлатанством заниматься. Не знаю, стало ли погромче, но я прибавил чуть-чуть, процентов 8. Ну чё, очередной прогресс сегодня. Блин, надо на каждом, да, моменте обязательно умереть. Погнали к микрошипикам. Другой бьет. Может и так. О,
мы все продвигаемся вперед и продвигаемся. Такими темпами еще попыток 15 будет пройдено. Что такое? Ну блин. Не, был бы довольно хороший уровень этот, если бы чуть-чуть покороче. Либо сейв где-то в середине, либо покороче. Ну потому что так, конечно, это... Все-таки какое-то, по-моему, издевательство. Слишком он, конечно, длинный. В принципе, если бы не было М-прыжка, то как бы было быть еще терпимо. Пусть даже с последним прыжком, который лесенка там, да? Вот. Но без М-прыжка, да, уже было бы... Хоть как-то адекватно. Ну и то. И да, у нас остался ровно месяц прохождение I Wanna Kill the Camellia 2. Итак, прогресс попёр. Блин, ну как бы это опять я умер, но... Ну ладно, на сегодня это лучшая попытка была. Не вошел. Привет, Гэнстори. Я сегодня доходил уже до того шипика маленького, ну не маленького, а обычного шипика, который, ну, в который я люблю умирать, там вот, после г-прыжка.
Я не знаю, честно, я не знаю. Как бы, ну, по всей видимости, да, но, честно, вот я не могу ни за что отвечать сейчас. Ну, просто как бы я думал, что вчера победный будет. Понял, да? Точно? Привет, Михаил. Блин, ну куда ты? Я не успел приземлиться, не было прыжка. Блэкджек, что-то там у тебя с той машиной-то? Блэкджек, а ты знаешь то, что в I Wanna Kill the Chameleon 1 есть босс Блэкджек? Но он изи. Вернее, он даже багуется. Две недельки? Ни хрена себе у тебя перерывчики. Попытка. Ну, хорошо, хорошо. Прошло 18 минут. Лёха, ну да, типа, ну я и говорю, а так я ничего типа специального не делал на этот стрим, обычный стрим, но да. Привет, Just Observer. Итого, два раза я уже дошел до конца. В сумме. Как можно не попасть первый? Это вот на самом деле вопрос очень странный. Ну вот как, вот вообще-то вот берешь и просто не попадаешь, ну, 16 пикселей. Ну, берешь просто и не попадаешь.
так говоришь, как будто там яма огромнейшая просто. Я в нее не попал. Когда-нибудь я вот я знал, вот когда-нибудь я умру в этот шип, вот когда-нибудь, вот это случилось. Ну просто это должно было случиться, ну должно было это случиться. Да я делал в Record My Jump. Я там делаю его. Там вот я 6 из 6 раз его сделал. Но это вообще не то же самое. Вот вы пока не поиграете, вы не поймете, что это вообще не то же самое. Вот ты вот создаешь прыжок точь в точь, да? Ты его делаешь вообще стабильно, ништяк просто. Ты заходишь в настоящую игру, и у тебя вообще не получается. Это совсем другое дело. Ну, это, ну, совсем другое дело. Вот хоть ты обтренься там его, ну, серьезно, это вообще другое. Ну, как бы нервы и на первом прыжке, РНД. Operation. Ну это чё-то как-то жестко Гэн Стори, ну лол. За 500 смертей кошмар. Сложная, как бы я не спорю. Я проходил начало первого уровня, причем еще на старой клавиатуре. Я не помню, сколько было смертей, но я не думаю, что больше, чем 100-150. Просто я в Айваны больше играл, поэтому ничего удивительного нет. А там потом вообще идут изейшие экраны, вплоть до воды, по-моему. Да, до воды. Вот где Даймонд в воде, вот до этого экрана идут вообще ни о чем экраны абсолютно. Потом вот где Даймонд в воде, это противный экран.
Потом идут изейшие экраны до второго темного или первого темного. Ну, короче, где нужен однофрейм или двухфрейм. Но опять же, с моей клавиатуры и он будет легкий, как бы, да? И все, и потом изейшие экраны, все остальные. Ну, понимаете, да? То есть, ну, изейшие это очень относительно, я понимаю, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Не нужно придираться к этому слову. В Катри нет ничего изи. Только экран на втором уровне, где нужно по переключателю щелкнуть 30 раз. Вот он изи. Все, больше там ничего изи нету. Ну и где еще 30 секунд подождать? Я бы не сказал, ты проходил Камелию Арею? Я не думаю, что она такая уж изи, особенно где музыка. Я думаю, что это не такое уж изи, это нормально, кстати. Это кажется, что изи. На самом деле нет, особенно если Blind Run'ом, то есть, ну, сапёра, то есть реально, да, вот. То есть если я буду проходить, то я сапёра попытаюсь пройти сам. Ну, то есть... Но я не буду перед собой держать эту фигню, ну ты понимаешь. Вот. Как бы музыкально это вообще тяжело, мне кажется. И лабиринт тоже такое. Ну, если опять же без карты, можно посидеть. Хоть там шипов нету, но все равно. Привет, Медичи. Уже доходил сегодня до стены один раз. Очень прикольная, да, не, да в Камелии 3 почти все очень прикольное, только вот конвейеры, да, не очень, в принципе, второй босс не очень, ну и то, как бы, выглядит он прикольно, но играть в него очень не очень. Некоторые экраны четвертого уровня не очень. То есть именно не из-за сложности, а ну такие туповатые, мне не нравятся. Ну и вот третьего и четвертого уровней. А Lunar Magic не, вообще не очень. Босс. Waydance. И все, по-моему, все остальное мне нравится. Ну, я про секретки молчу, да, как бы. Секретки говно, секретные боссы говно, и в том числе Куала Ария говно. И... Ну, короче, секретки вообще не нужны, кстати, комедии. Видеть их не хочу. Нет, Мэдичи, почему? Так наоборот. Наоборот, там статичный сапер. Ты можешь учиться на своих ошибках. То есть, если ты где-то обнаружил бомбу, ты можешь просто запомнить, что там бомба, и все. И, то есть, это наоборот, это... Но если бы не конвейер и летящие шарики, да, то это был бы очень изи сапер. Потому что все статично, тебе он не перерандомливается. Вообще не рандомится он, да? Вот. Но как бы из-за того, что у тебя конвейер там на шипы и бомбочки падают сверху, то как бы это добавляет сложности. Не, ну я вообще в сапёра играть, в принципе, умею.
Ну, я понимаю, что там, как бы, правила-то очень простые, но я в том плане, что, как бы, ну, типа, проходил там сапёры не самого простого, ну, обычного, не в Камиле, а просто настоящего. Поэтому, как бы, я думаю, проблем особо не возникнет. Блин. Не знаю, Эльзорга. Привет, Таркил. Если на Камиле просидеть больше 100 часов, то она это на переговоры пойдет. Насчет что-то проходить, как бы, ну это вы слишком задроты, честно вам скажу. Что для вас сапёр на максимальной сложности, это изи. Усидчивость нужна и внимательность. Сапёре. Игра сапёр. Если я дойду в Камиле 3 до Камиле Рея, то в чате постоянно будет мелькать Индивис. Потому что музыка из Cave Story. Давно что-то не выходило больших интересных айван. Но именно смеси. То есть вот
после Камили как бы был только Black Series Z3, но хорошим у меня язык не поворачивается его назвать. Так, давайте запомним. Тут вообще можно не торопиться. У меня времени вот столько. У меня просто времени куча здесь. Огромная куча времени, серьезно. Я могу там по шажочку подойти к этой диагональке. Потому что я, ну, когда пока на этой лестнице забираюсь, там, я помню, у меня там он вообще... Еще экран даже не открыт. Там аккуратно можно, в принципе, все сделать. Давай, удачи. Где я больше всего умираю? На гейтах? Или на диагональках? Или на маленьких шипиках? Что-то даже не могу понять. Или на вот этом вот месте. Наверное, везде примерно поровну. Из этих мест. Сегодня тут еще не умирал вроде. На этом выпрыге дурацком направо, который. Отойду. Да ладно. Просто сервер. Ничего тут не случится, наверное. За 5 минут. На харде еще не проходил кооп. Когда будет 3 уровня, то я со снапом на харде пойду кооп. Но это когда уже будет 3 уровня. А, я понял. Потом крошки с клавиатуры вычищать. Крошки от пельменей.
аккуратно есть, но я посмотрю, как ты аккуратно хлеб поешь, так, чтобы крошек вообще не было. Ну, конечно, извратиться прям можно, да, но, блин, ну так обычно не бывает. Но все равно сыпется, хоть немного, но сыпется. А, не над клавой есть, но это нереально. Нормально. Ну блин, это как бы был сарказм, РНД. Reach the wall at end of the stage 2 times. You understand? My English not well. Sorry. Ну, РНД, как бы. По этой причине я и сказал неправильное слово. Очевидно же, разве нет? Если бы я знал еще какое правильное слово говорить, то бы уже был бы вполне так себе норм. Ну, условно говоря.
Долго ждал, долго ждал. Ну, то есть, вы поняли, второй прыжок я сделал слишком поздно, надо было раньше. Рано прыгнул, блин. Как так получилось? Такие вещи надо уже, блин, проходить стабильнее. Такая же физика. Ну, я не заметил какой-то разницы. Что ж такое-то? М-прыжок одинарным никогда не проходится. Лол. Каким образом М-прыжок одинарным пройти? Хоть сам-то понял, что написал? Даймонд нельзя одинарным сделать пола. Только если ты ниже пола стартуешь. Ни М, ни даймонд нельзя одинарным. Там либо был пол ниже, либо, по-моему, это с банихопом, возможно, и то не уверен. А, это со смещением 0.5, да, это с алайном 0.5, возможно. Как и Triple Diamond.
Это с Allied'ом 0.5, возможно, да. Но как бы мы-то говорим про более естественные условия. Выпрыгиваешь такой из прыжка и сразу же вторым перепрыгиваешь Diamond. Ну, а чё нет? Уже это обсуждалось 10 раз. Так и чё? На 0.20. Так там D, там чит, там D-трикер. Ты не видишь там D-трикер? Он кида на пиксель смещает в воздухе. Дополнительный.
Что же я делаю? Не только в РМЖ, во многих старых айванах можно было. Это чисто уровень на рейпе, короче, как Камилия на рейпе. Пошло. Быстрее бы пройти уже. В принципе, я уже час играю, еще не прошел. Но если бы сейчас не вот этот несовершенно вот дурацкий вот этот фейл, да, ну какой-то вообще нелепый, то было бы уже два дохождения до стены. Ну я как умер вообще, ну, ни на чем.
ладно, ну блин, об это. Эй, Фрэнки. Как я второй раз об это-то умираю? Yes, it's a very, very hard game. Очень, конечно, тяжело переключаться с длинных прыжков на короткие. То есть там, чтобы запрыгнуть на этот г-прыжок, да, нужно сделать максимальный двойной прыжок. Ну, или близкий к максимальному. То есть нужно прям кнопку держать, да, два раза долго. А потом нужно короткий через гейт. Вот эта подстава, просто такая подстава вообще вот. Я когда видел ты ту смерть или нет, короче, после М-прыжка, после диагональки я просто сошел на шип, который там как бы на выходе. Ну то есть до лестницы еще. На выходе из этого тоннельчика.
что ж такое? Странно, я хотел пройти уже на на сосредоточение, да? То есть просто засел, сосредоточился, прошел, свободен. Ну не выходит, не выходит что-то. В целом, как бы попытки-то все лучше и лучше становятся, да, прогресс-то есть. Так что я пройду это, как бы, я все равно это пройду. Но надо ускорить это время, как можно быстрее, поближе его сделать. Есть! Чё тут? Чё тут? Я это сделал! Stage 6 clear! Фух, сейвик! Есть! М-стейдж! Это М-стейдж! О боже, сколько... 11 часов... Нет, 10 часов 50 минут! 10 часов 50 минут! Ну короче... 11 hours! О, ну наконец-то, все, Камилка, я иду, Все, считайте, все, последний босс вообще просто вот в кармане. Ну, в смысле, все, реально, мы идем к Камиле. Че тут? Diamond. M-Stage написано. Привет, Defender, спасибо. Привет, Тираон. Спасибо. Блин, офигеть, все. Все, седьмой уровень. Какой неприятный прыжок. Интересно, а блок сейва есть? Блокиратор. Да.
Не, все, ребята, игра пройдена. Игра пройдена. Мне все равно. У меня, понимаете, у меня месяц до последнего босса. Ну, M-Stage, это такой. Мне говорили, что тут вообще негде застревать особо. Да, то есть, как бы, все. Игра, все, она уже будет пройдена. Я все места, на которых можно дропнуть, прошел. Ну да, я понимаю, что последний босс очень сложный. Последний босс реально сложный. И на него можно потратить огромное количество времени, но... Ну не месяц же, да? К тому же он классный, я же видел Камиллиа. Это классный босс. Вот. Так что... Все норм. О, девяточка. Да, я этот уровень никогда не видел. Я никогда не видел M-Stage на Камиллиа 2. То есть вот это я сейчас вижу экран вообще впервые в жизни. Просто. Опа, Чирик. Привет, Данил. Не, ну вообще круто. Все, за часик я прошел. Этот. Дурацкую погоню. Кто сказал-то Defender? Лол. Кто сказал? Нет, я дошел до 7 уровня, последний 7 уровень. И потом финальный босс. Камиллиа. У меня немного палец устал. Учрей на стриме, лол. Это поворот. Немножко надо это, палец, чтобы отдохнул, а то я не чувствую кнопки. А что тут? Стена. Давайте посмотрим, что там дальше. Девятку я пропрыгиваю, потом ой, какой неприятный сюрикен там дальше. Но потом такой гейт, в принципе, нормальный. Там сейф, но там физика, походу, меняется. Что-то там не так с этой физикой. Скорее всего, там большая скорость дается. Да, сейвик этот неприятный, скажем, да, но... Но вы понимаете, это не вот столько вот бежать надо, да, без сейва. Это просто даймонд, гэп-прыжок вот этот вот, потом девятка, сюрикен и все. Ну, гейт бесплатный практически. Конечно, я завафлю его обязательно, но он все равно бесплатный. И все, как бы. А не надо бежать целый километр, блин. Сто двенадцать часов. Но походу я Камиллиа 2 буду столько же проходить, сколько и больше по времени. Я больше проходил в районе 140 часов. Да что ж ты делаешь-то? Да,
Да, скорее всего, гейт завоплю, конечно. Привет, воин Луны. Блин, не обратил внимания, кто подписался. Секунду, открою Twitch Alerts. Как раз сейчас пока еще отдохну. Фух. Ну, блин, в РНД, ну слишком было очевидно, честно говоря. А, ты? Ну да, спасибо за подписку. Ага, вижу. Какой смысл играть, если не поближе гейт? Ну вот именно. Не, я ставлю это после стрима. Ну давайте так, сейчас, чтобы небольшой перерывчик был. Сейчас я пропишу. А сколько там было-то? Ну давайте пока примерно напишу. Честь, я там вроде бы 11 часов 50 минут было. М-стейдж. А по смертям? Ладно, я потом посчитаю. Started at 112 часов. Ну, пока напишу так. Приблизительно, потом я исправлю. Да, удачи всем, кто там уходит. Спасибо, что сидели, смотрели. Так, сейчас. Ты когда приедешь, я буду уже на Камиле. Ну, в смысле, я. Ну хотя я не знаю, что такое не скоро. Не скоро, в смысле, если пару дней, то я уже буду точно на Камиле. Я завтра уже, скорее всего, буду на Камиле. Я не знаю, сколько длится M-Stage, но. Мне говорили, что это так, на стримок. Такое облегчение, вы не поверите. Такое облегчение, что я это прошел. Причем у меня даже нет никакого особого волнения, не было, да? Но я так особо как бы. То есть вот, если сравнить там с Салгрином или с Destination, да, у меня там, не знаю, не онемели руки, у меня там не трясутся пальцы, у меня там не болит голова, я не знаю, да, ничего такого. Голос не дрожит. Но зато такое облегчение. Такое облегчение. Я самое противное место в игре прошел. Просто самое противное место в игре. Кто не в курсе, M-Stage это уровень, который делался специально для этой игры. То есть, это же игра смесь, уровни берутся из... уровни и боссы были взяты из других игр Айван. Из других Айван, как бы, и смешаны в одну игру. Но этот уровень был сделан специально для Камиле. И M-Stage, скорее всего, расшифровывается как Maker Stage, хотя официального какого-то подтверждения я этому нигде не видел, но, скорее всего, M-Stage это Maker Stage, типа,
ну, уровень от создателя игры. Вот, так что мы сейчас в оригинальный уровень играем. Ну, восьмой мир это такое. Знаете, я не пойму, как проходить эту фигню. Давайте в Жетуре чуть-чуть попробуем. Как лучше пройти-то? Я что-то забыл, как это проходится. Не, девятку фиг с ней, я про Сюрикен. Надо как можно ближе ко второму. Как можно ближе к этому шипу, да, к его основанию. И потом сделать. Какой второй прыжок был? На 6 фреймов? Дурацкие вопросы не отвечаю. Я так и знал. Я так и знал, что это случится. Но гейт я не завафлил. А ты посмотри, какие игры Камиллиа выпускает. Мэтича. И ты захочешь убить Камиллиа. Да, вот я тоже. Ой.
допустим. Но вообще, как бы, в третьей части же там какая-то крупица сюжета появляется, да? Типа Камиля хочет уничтожить планету. Привет, Сейдер! А у нас M-Stage. M-Stage, ты понимаешь, седьмой уровень. Седьмой, последний уровень в игре. Я счастливый и довольный. И мы теперь снова сильно опережаем график, потому что у нас есть целый месяц на седьмой уровень и босса. Не будет вашего этого Айвона без Ориона. Не будет. Я не знаю, Инфлюка делает прекрасные игры, которые хорошо выглядят, с хорошим звуковым сопровождением, боссы классные, да, хоть и там половина боссов не своих, да, но в третьей части, например, куча своих боссов. Ну как своих, ну которые для этой игры сделали, не Инфлюка делал, конечно, но для Инфлюки, да, для К3. А Камилия что делает? Продюсер. И создатель охренительных, блин, игр, которых вообще даже видеть не хочется. Так что я хочу убить Камилию и чуть-чуть Инфлюку. За Big Kid Chase. Ну, Инфлюку, скажем так, побить можно. Привет, Бобёр. Какие прыжки в К2 самые сложные? Double Diamond. X. Я не знаю, мы его назвали, но у меня на стриме X-прыжок. На шестом уровне есть X-прыжок. Потом есть Рукито прыжок. Отлично поживаю. Вот смотри, ты видишь, где я нахожусь? Это Айвона Kill за Камиле 2. Седьмой уровень. Седьмой уровень. Шестой уровень. Вот целиком от начала до конца я проходил около 70 часов, по-моему. То есть шестой уровень себя включает сам уровень. Босс Rush. Потом босс и погоню. Нормально выйдет все. Осталось не так уж и много. Осталось не так уж и много. Седьмой уровень гораздо короче, но правда босс финальный тут, Камилия. Вся такая упоротая, какая-то пришибленная Камилия тут.
нафиг. Третью камелию. А ты будешь смотреть третью камелию? Или вот так же, как на второй зайдешь, только в конце, там, через 2 года, на последний уровень. Камелия как минимум выросла раз так в 20, наверное. Да нет, девятку тренить забей. Данил, с чего ты так взял? Мне кажется, вообще... Короче, я не понимаю твою логику. Она скучнее, чем... Ну, First Run смотреть скучнее, чем второй Камелия. Мне так кажется. Ну, как бы, ладно, ну, боссов там, ну, может быть, еще, да, но... Уровни-то, как бы... Третий уровень, четвертый... Это такое... Планы, да, есть. После К2 я буду проходить. Во-первых, я возьму перерыв. Я начну делать, опять продолжу делать ремейк Айвона Безепоша. Потом я пройду несколько Айван. Ну, не таких больших и сложных, как Камелия. Вот. Ну, короче, и я буду еще проходить не Айваны, игру 140, Cave Story, Singularity, DLC, The Talos Principle, еще что-то там. Ну, короче, есть планы полно. Привет Вадимиру. Голосовалка будет. Я уже давно голосовалку продумал, но она голосовалка будет тогда, когда я увижу титры вот этой игры, блин. Будет голосовалка по К3. Она будет висеть где-то с месяц. Ну, бобёр, а ты не был на моем стриме 25 декабря? Ну, я же делаю ремейк Айвона Безепоша. На Game Maker Studio. А ты не знаешь, какой там будет вопрос, Данил? Первый раз слышишь, ну вот.
пойму. Ну, в оригинальном Боше полно недостатков, и к тому же я не только недостатки устраняю. Да даже не в этом дело, Данил. Ну, как бы, ну, суть, да, но формулировка другая будет. Ну так вот, я не помню, ты говорил или нет, опрос будет висеть, ну, где-то, наверное, с месяц в группе ВКонтакте. Я буду о нем периодически напоминать, чтобы как можно больше людей проголосовало. Ну вот, и по результатам опроса я вынесу какое-то решение. Не то, что там победит, да? Ну, пока, наверное. А я вынесу какое-то... То есть я посмотрю на результаты и приму какое-то решение. Ну, в общем, посмотрим. Давай совет, пожалуйста, давай совет. Не, Воин Луны, Фабино это не будет проходить. Ты вообще не уговоришь, ты чё. Да и не нужно, у него другая сейчас целевая аудитория совершенно. Решился, начал проходить К2. Перепрыгнуть? Лол. Я не знал, что там перепрыгнуть. Иди назад? Серьезно? Лол. Я бы долго еще мучился. Не знаю. Будет ли вообще проходить? Ну, я думаю, вряд ли идет сотри стрима. Сил. Блин, что-то там жестко. Ну, это не просто, да, все-таки. Это не просто, это сложный уровень, но, как видите, сейвы-то рядом, поэтому надо просто затринить эти места. Как все проходят, кто проходит, так я и пройду. Восемь человек из русскоязычных смогли это сделать. Почему я не смогу? Ясан не поддается. До сих пор перевернутый шип не можешь? Ну я как бы хэза, ну... Ну как бы посмотри там спидран или мое прохождение. Но словами-то как бы особо не объяснишь. Я то место прошел вроде бы довольно быстро.
мне надо один, да, чтобы перепрыгнуть, или два? Мне кажется, один. С одного прыжка один, а потом два. А, не принципиально, да? Фарм пошел. Yes, some stage. Finally. Данил, а ты до Камиля-то дошел? Я что-то не помню. То есть, ну, до второй стадии, да, уже дошел, ну, до чекпоинта. Мне нормально, Блэкджек. Все, что не гон, не погоням, все хорошо. Thank you for follow. Спасибо за подписку. О, как я об этот сдал? Вот он, сейф-то рядом, то есть... Блин, это вообще как бы уже...
это уже норм. Обычная шипастая игра пошла. С небольшими механиками нестандартными. Ну как? Они уже так часто встречались, что можно сказать, что это уже стандартные. Почему из Боша? Ну это же M-Stage, Blackjack. Blackjack, тебе тоже надо будет это проходить. Только после того, как ты гонку осилишь. А еще после того, как ты осилишь босс раш, 6 уровень, Салгрина. Ну ты знаешь. Давай, удачи. Здесь обычным способом пропрыгивать, вот так, нет? Гайрок? Нет, что-то... Спасибо, не надо. Мне кажется, эту девятку как-то можно проще вот так, да, попрыгивать. Насчет ссылки не знаю, но у меня есть сама разбир. Могу куда-то выложить, но желательно, чтобы кто-нибудь другой сейчас пока это сделал, а то, ну, чтобы я не отвлекался. Но если уж совсем ни у кого нет. Ну не знаю, что-то у меня одним она вообще не пролетается.
Ивана, ну, на Ивана Вики, либо на Delicious Fruity. Но на Delicious Fruity все ссылки в основном на Ивана Вики. Ну, бывает. Ну, либо, ну, короче, источник один. Там либо на Mediafire какие-то уже ссылки, ну. В общем, Delicious Fruit и Ивана Вики одно и то же в этом плане. Ни разу еще не видел, чтобы разные были файлы. Но вот этот мне прыжок уже нравится. А. Я этот сейф возьму за сегодня. Что-то у меня вот с этим вторым прыжком вообще все очень плохо. Перестал эта девятка получаться. О. Ну что за... Обидно я там умирать. И опять там же. Никак не могу даже второй шип перепрыгнуть. Про третий еще пока вообще непонятно. Лучше бы, конечно, обычных бы прыжков бы надавали бы, чем вот это. Потому что, конечно, с такой механикой некомфортно.
Никак. Даже не влетел. Там надо бы, конечно, по-хорошему в прыжке на чаре прыгнуть. А потом уже жать вправо. Но как-то тяжело сориентироваться на таких скоростях. Это уже чуть-чуть поближе было. Приятный какой сейф. Да. Ну, как бы наспор. То есть я 10 полных не переживал, 9 полных, а я на 10-м умер. Вот тогда, ну, с Тором типа была такая тема, что он говорил, типа, вот сколько интересно на боссах, кто сможет выжить. О, лучшая попытка. Ну вот, и как бы ради интереса попробовали. Он даже больше 10 выживал. Привет, Эльзорка. Такие дела. Чё ты сегодня это не Лизарту стримил? Я не знаю, я тебе написал на стрим, а ответа я не услышал, потому что у меня опять... Я не знаю, у меня твои стримы глючат с телефона.
Надо просто взять за привычку ничего не писать. Все в чат. Да ну, Данил сказал, что можно один перепрыгнуть, но мне что-то кажется, это нереально. Ну, был давно, значит, все, прощались. А. Да, Иван, инструкции такое записывать. Да я не, блин, не понимаю на самом деле, как перепрыгнуть, что-то там. Я саму траекторию не могу понять. Может, как Double Diamond попробовать прыгнуть? Что-то вроде как бы похоже. Ну, точнее, может быть и совсем, но слишком тяжело проконтролировать так, чтобы я был как можно ближе к шипу из-за скорости. Наверное, все-таки два шипа надо, чтобы удалось перепрыгнуть за один прыжок. Там нужно идеальное, короче, количество фреймов прыжок сделать. Причем я даже не знаю сколько, наверное, 6. Скорее всего, 6. И если в какой-то точке определенной, максимально, которая справа находится.
что-то не очень. Но это было явно, конечно, не 6. Это было в лучшем случае, наверное, 4. Ну да, раз я перепрыгнул шип один, значит это было 4, скорее всего. А это было, наверное, 7 или больше, раз умер. Чё-то я не понимаю, по-моему. Вообще, вроде бы, был же уже один уровень в Камиле, где была обострялка, и там вроде бы два гейта перепрыгивались. Там два гейта перепрыгивались одним прыжком. Значит, тут можно. Я имею в виду вот так. Ну, то есть вначале один, потом два. Снизу один сверху? Нет, можно. Но только я не могу не брать физику. То есть я туда не допрыгну к этим шипам просто. Кажется, понял мысль, суть. Ну, такое. А, да нет, там блок стоит. Разумеется, там блок стоит. Вот, смотри, как здесь. Ой. Нет, тут блока нету. По какой-то причине. Лол. Ну, это не особо облегчает задачи, да, но забавно. А, забыл продемонстрировать. Ща. Вот, видишь? И дело не в дальности, то есть там он блок явно стоит, невидимый, который не простреливается пульки. То есть мне нужно подойти правее, чем этот блок, то есть практически вплотную к сейву. Есть же! Есть! Есть! Фух! Нормально так. Это что мне дает?
это мне больше по душе, честно скажу. Потому что здесь физика нормальная. Это намного лучше, чем, блин... Пофигу, перевернутый экран, не перевернутый. До прыжки, как бы. С нормальной физикой это более приятно делать, чем с той тупоротой физикой. Я так понял, синяя мне дает обычную физику. Я видел, что там шип сдвинулся, и что? Привет, пророк, да. А чё с того-то, я не пойму, что он сдвинулся? Типа, из-за этого я смогу пропрыгнуть к тому сейву? А что дальше? Три. Ну, с третьей... Третья победная была. Стоп, а куда мне эти прыжки-то приведут? Непонятно. Для чего они там? То есть мне надо назад идти, да? Так. А, я понял, затупил. Я могу сохранить перевернутое состояние? Нет? Нет, не могу. Да, Diamond, конечно, квест ногами я еще не делал. Честно скажу, никогда. Стоп, а как я там дальше пройду? Лол, а как я там дальше пройду? А, где стоит? Я могу запрыгнуть наверх, но и что мне это даст? Типа я смогу пропрыгнуть что ли туда? А, да? Там префрешером, а ты по-русски разучился, да, говорить? Не, ну в смысле, я понимаю, если бы ты именно по-английски писал, но, блин, русскими буквами. Причем мне это зачем нам? Ну, короче, я хз. Глупо выглядит. Я понимаю еще названия как бы прыжков, но все-таки они просто это как бы терминология. Терминологию не обязательно переводить. Спасибо, Фабино, привет.
Да, вот M Stage. 7 уровень. Обновляторы прыжка. Ну я, ну как бы, да как угодно, без, мне без разницы. Я это называю просто топ-прыжком. Ну, собираю топ-прыжки. Все, по-моему, понятно. Конечно же, потолок умираешь. Минута 51, а у Эра какой там сплит? На любом случае я поздравляю, но ты хотя бы пробеги, чтобы знать свое итоговое время, хоть какое-то, чтобы ты потом это свое время побил, как бы, да, ну, то есть не обязательно выкладывать, но ты хотя бы пробеги до конца. Нормально, а что, так сложно, да, за минуту 30 пробежать? Я просто пока не очень представляю масштаб проблемы. Короче, давай трень. Будешь VR ставить. А-а-а. Ну, а ты смотрел, да, видео VR? То есть ты все там, ну, как бы, тактики, ну, перенял? Ну, основные, которые именно время экономят. Что ж такое? А, блин, так неловко прыгать туда, где шипы. Вот я просто надеюсь, что там что-то случится. Не просто же так эти прыжки тут разложены. Еще рандом вот в этом плане. Ну, ну это, конечно. Ой, это пипец пот тогда спидран, когда от рандома это так висеть может. Когда что-то в игре, то есть ты VR можешь не поставить только из-за того, что тебе рандом не выпал, да? Ну или там какой-то вообще результат хороший, там свой личный рекорд там или еще что-то. Ну это такое, да. Ну да, я знаю. А, ну если только первый уровень, то еще, ну, ладно, терпимо. Ну, типа, как бы всего лишь там 2 минуты тратишь, да? Можно нарандомить быстро. Ну, тогда еще терпимо. Вот в боссе там самое плохое, что босс миссинг-но рандомный. И он почти в конце игры. Это немножко печалька.
ну, я просто вспомнил, потому что я... Это пока единственный спидран, который я видел именно где от рандома. Все очень плохо, может быть. Сколько у BBF срывался мировой рекорд, потому что Missing Kno просто выдавал хреновые атаки. Он там шел, опережал VR, там, допустим, на 30-40 секунд, а Missing Kno ему выдавал там 3 атак и какой-нибудь там ветер. Ну и все, удаляй. Или Confusion вообще выдавал ее, короче, и смерть, ну. Потому что Confusion тяжело стабильно проходить. Даже спидранеру, который VR держит. Ну, а у тебя в начале, да, это, конечно, облегчает задачу. А, ну, нормально. Эх, ты ж чуть-чуть еще бы и узнали бы истину. Начинается. Начинается, Фабино. Ну, видишь, какой процесс-то запустил. Это норм. Это всегда так. Агась. Да. Первых покемонов. Причем, которые получить очень сложно на самом деле. Я хз, как люди вообще догадались, как именно он случается. Ой, я дурак. Что за часть, это... К чему вопрос? В какой части покемонов Missing Kno? Ну, в Red и Blue вроде бы. Вернее, даже Fire Red вроде бы и Leaf Green. Именно которые на ГБА. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Я не настолько разбирался в теме. Ну, судя по тому, что он цветной, то, скорее всего, это ГБА версия. Спасибо. Ну да. А там в конце будет гейт, кстати. Круто. А, так еще этот сейф-то не возьмется по-любому. Ну, точнее, его даже нельзя брать. То есть мне нужно именно до вот крайнего сейва, где синие стрелочки, дойти. Потому что вверх ногами сейвы вообще не берутся, я понял. А из-за того, что я возьму синие стрелочки, я смогу засейвиться. Но это не очень сложно. Это можно пройти вполне. Ловушку. Забыл. Если я еще раз не забуду, то возможно ты сократил один фейл. Нет. Бобер, нет. Только ванговали, что будут такие шутки, но не было. Ой,
перевернутом очень неудобно. Я не понимаю траекторию. Ну вот, P2 спас жизнь Киду. Как же неудобно-то в перевернутом, ну лол. Может монитор перевернуть? Или это чит? Мне вот интересно, скажем, на спидране монитор переворачивать — это чит? Вроде в правилах не запрещено в целом. Ну не обязательно прям именно физический монитор переворачивать, можно картинку перевернуть, например, в ОБСе там. Можно как бы через ОБС смотреть и перевернуть там картинку. Ну, то есть... такое. Success! 600 рублей, не 300, Лада Седан, Баклоражен, а у меня только 100 рублей. Спасибо за стримы, меньше чем 3. Что, меньше чем 3? Ну спасибо, Фабино, спасибо. Огромное. Я не понял концовку фразы, что, меньше чем 3? Что-то... Понял. Да. Спасибо. Да. Все написали. Я знаю, там типа планетарная гравитация, да. Ну вот, видите, уже, значит, у нас луковая карта приближается, века. Целых 40 рублей есть на луковой карте. Но ничего, процесс пошел. Еще надо 100 стримов стримить, и еще будет соточка, может. Как же неудобно-то, ну как же неудобно, ну лол. Привет, Шапуп, спасибо. Кошмар, такие простые прыжки и в перевернутом виде так сложно делать. Что-то вообще как-то неожиданно. Никогда бы не сказал, что это настолько сложнее, да ладно. Нет, не ну лол, вот пророк, вот пока не попробуешь, нет, не ну лол. Серьезно. Завтра? Ну как бы, а ты во сколько планируешь? Ну, днем или вечером? По Москве, допустим.
Не, ну я к тому, что пророк, это кажется, да, мне тоже казалось то, что да что там, я не перепрыгну пару шипиков, что ли, просто пару шипиков, да, ну да, там сверху тоже где-то шип, но он, типа, далеко, да, в обычной ситуации это вообще, ну, наилегчайший прыжок, но вот в перевернутом это, ну, лол, да. Ну, короче, не знаю, как, ну, во сколько я домой поеду. Но я думаю, где-то с 4-5 я точно смогу смотреть. А если на работе не особо буду занят, то и днём. Ты не забыл, у меня, типа, blind run и все дела? Я не знаю вообще. Я сейчас вот ты мне заспорил, что тут вообще скипы есть. Я даже об этом не знал. Но в любом случае, как бы, ну, я их не буду использовать, даже если буду знать о них. Привет, Ичерей. Да, будет супер контра завтра с Фабино на его канале. Привет, Зеро. У нас тут М-стейдж. Да, и вчера мне сказали, что кто-то у тебя на канале сказал, будто бы я прошел игру. Нет. Я прошел 6-й уровень. Очень сложный, очень сложный 6-й уровень. Колоссальный такой. Вот. Но все-таки не игру еще. Я сейчас на последнем уровне. Да, M-Stage. Переворачиваю монитор, да не. Ну, как бы, да, это и, ну, это и есть мечта. Мечта, которая сбылась. Я как бы, ну, как сказать, ну, то есть, я же не на халяву сюда попал. Я реально потел и трудом сюда дошел. Это не было вообще ни разу легко. Абсолютно не было легко. Сейчас я привыкну. Ну, гейт, ну, лол. Как бы гейт вообще надо, по идее, на мышечной памяти делать. Да, там неважно, перевернут или нет. Но проблема в том, что я даже не в перевернутом виде с этой клавиатуры начал не проходить гейты, потому что теперь нужно прыжок более точно держать. Слишком часто получается слишком низкий прыжок. А из-за того, что я знаю, что у меня слишком часто получается слишком низкий прыжок, я иногда передерживаю и получается слишком высокий. Ну, в общем, ну, гейт стал препятствием. Именно с этой клавиатурой. А на старой я просто щелк по кнопке по-быстрому, и он автоматически 4 фрейма выдает. И все как бы. В 5 утра? Вот это жесткий. Че ж ты так упарываешься-то?
А, конечно. Я забыл. Там еще с этой скорости перепрыгивать. Это издевательство. Вот это издевательство. Сразу видно, что уровень делал Камилия. О, нифига себе. Лол. Это сейчас просто вот рандом, просто вообще рандом, абсолютно. Жесть. Просто взял на рандомил. Ну лол. Ну, тут был полудаймонд, теперь даймонд. Стоп, это вообще законно? Ну, фарм пошел. Все, фарм пошел. Там не обязательно, конечно, каждый брать, но он мне скорость сбрасывает, поэтому лучше брать. Ну, я заметил, пророк. Лол. Так, а что там? Вот плейн. Давайте плейн попробуем потренить в этом в жетуле. Потому что я, если честно, вообще не знаю, как он делается. Да, это единственный плейн в игре, насколько я понимаю. Ну, не считая водного в Destination. Это J-Tool. J-Tool. Да, лучше бы не надо было говорить, что будут ловушки, а то я сейчас начну их искать и умирать самозатравливанием просто. А какой там онлайн мне дается? Так. Либо так. Сейчас. Либо 0, либо 1, либо 0, либо 1. Ну давайте, ну 0, наверное, лучше, как бы, по идее.
сделал сейвы, которые нужно обязательно касаться. Стоп, а там точно выпрыг на два блока будет в высоту? А, там шипы. Давайте сделаем шипы. Громко. Сейчас. Ну, два нету. Ну, лол, два нету. Куда я тебе два-то возьму? Зачем Плейн в Камилию вторую засунули? Зачем Плейну засунули во вторую Камилию? Этот прыжок никогда не будет стабильным. Ну лол, этот прыжок вообще не будет стабильным. Я не знаю, сколько надо тренить, чтобы он был хоть немного стабильным. О, это такое лол вообще. Говорить этого. Легкий у него плейн. Я знаю, что это легче плейн, чем который сверху вниз там или с самого низу, но плейн сам по себе не легкий прыжок. Блин, ты понимаешь, что ну это не очень как бы звучит, когда ты говоришь, что вот это легко. Привет, мистер Шедо. Что, ну я понимаю, что не позиционируется как легкая игра, но это единственный плейн во всей игре. Ну, я не считаю водного плейна, потому что ну, он же водный, да, это намного проще делается. Плюс там сейф вообще прям рядом. Короче, я хз, рандомим. Просто идем и рандомим. Нет, там весь экран в воде.
все равно это не очень сложно, потому что, ну, в целом, да, все-таки отрезочек довольно короткий, как бы. И кроме плейна, в принципе, ну, даймонд, ладно, в самом начале, неважно, да. Так что, кроме плейна, в принципе, остальные прыжки среднего уровня. Ничего такого сверхъестественного. Правда, если там еще затраливание, это, конечно, печально. Потому что я не видел вслепую по эту играю, поэтому я на каждое затраливание, скорее всего, попадусь. Кто там хотел, да, Камилию 3, чтобы я прошел? Вот смотрите, вот этот экран, да, ну вот типичное место из Камилии 3, ну, грубо говоря, в том плане, что я вот сижу и на каких-то шипах просто фарм, 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 фарм. Там такое будет практически постоянно. Ну, по крайней мере, начиная с третьего уровня. Да, ну давайте так, начиная с третьего уровня, это будет постоянно. Вот и думаете, вы точно хотите, чтобы я третью Камилию прошел или начал там проходить? Спасибо. Конечно, там есть экраны с прикольными механиками, типа конвейеров всеми любимых. Ну, типа, не только шипы тупые, да? То есть есть прикольные экраны там с механиками, но есть где просто шипы, 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 там ездящие шипы, неважно, там прыгающие, бегающие, но шипы. Там, смотри, не спойлери особо. Что-то мне вон то место как-то не нравится. Как-то оно выглядит слишком просто. Которое после сейва. Ну это ладно, это будет потом. Надо вначале сейв взять. А там разберемся. Там, ну, что-то подозрительное, там, что что-то там не так. Там, скорее всего, что-то будет происходить. А, ну если так.
А мог сейчас сделать. Первый прыжок был правильный. Понятно. На самом деле поторопился, можно было каждый шип проверять. Лол. Я два раза подряд сделал. Я три раза подряд сделал и не прошел сейв, да ну, серьезно. Такой шанс, сейчас же вот по-любому закончится удача. А, это какая-то вообще жесть. Что-то плейн какой-то стабильный, я не знаю. Я не знаю, что произошло вообще. А, все, я понял, в чем прикол вот этих платформ. Я же говорю, тут что-то не так. А это как проходить? Ну я понял, но это неприятно. Дефендер. Как это? Там же встать невозможно, да? Нет, там встать невозможно на эти платформы. Ой, это такой кошмарный прыжок. Понимаете, что мне нужно... Мне нужно в прыжке... Короче, смотрите. Мышку видно? То есть мне нужно в прыжке коснуться платформы, прыгнуть, коснуться платформы, прыгнуть, коснуться... То есть это все непрерывно. Прыгнуть, прыгнуть... Здесь коснуться платформы, прыгнуть, и здесь прыжками пройти. Тут еще вот шип торчит. А, где тут можно встать. Но, в принципе, не суть. Вот это жесть. Можно встать? Можно встать, но попробуем. Ну что-то они вообще не выглядят так, что можно встать. А, ну хотя если на край, хрен знает. Но...
Но это все равно какая-то... это что-то... это не легко. Да, без остановки это что-то вообще кошмар какой-то. Я в такие игры обычно не играю, где вот эти платформы выпрыги дурацкие. Тут еще терпимо, ладно. Хорошо, что в третьей Камилке такого вроде бы нету, по крайней мере, не в секретках. Пока дальше там ничего не вижу, так. Платформочка. Да ну тебе, Green Story, зачем я это посмотрел? Ну в смысле ловим на слове? А что тут ловить? Ну, я не пойму, что тут ловить-то? Да блин, сильнее прыжок надо делать. А, просто ржать, да? Коснешься. А, как только стрелки. Да зачем? Это сложнее. У меня что, спидран, что ли? Досмотрелся там спидранов, походу. Ну а зачем ты сказал больше, чем надо? Не надо было. Ну молчал бы и все. Не, я вижу там уже платформа выпрыг как-то. Ну и что? Ты смысл фразы, что ли, не понял? Фраза была о том, что... если я знаю заранее, что есть в игре такой выпрыг... Ну, запускаю какую-то игру, очередная унылая шипастая игра. И там эти выпрыги, но я в нее играть не буду. Ну, как бы, Камилка-то тут при чем? Ну, как бы, если, знаешь, игра на 99% хорошая, а и там один платформа выпрыг, ну, как бы, ну, можно пережить. И на этот можно встать? Блин, нет, на этот, наверное, нельзя встать. Ну, ой-ой-ой, час 10 уже. Ну я понимаю, что, ну блин, капитан очевидность, что ли? Я понимаю, что не допрыгну до верха, но мне нужно ее задеть или там можно встать? Но мне что-то кажется, что там уже встать нельзя все-таки. Не, там явно нельзя встать. Надо, значит, задеть. Это очень неприятно.
можно встать. Что за жесть? У нас вот небольшой прогресс, Данил. Да ну. Самое веселое, но мы сейчас на самом веселом закончим. И тогда на следующем стриме мы уже доходим до финального босса. Ну как на рандоме? Я плейн сделал 4 раза подряд без смертей. Ну, именно без смертей, именно на плейне. Интересно. Серьезно, Данил? А я вот столько играю в Айван и не знал, что на платформах можно двойным прыжком держаться. Но лол, ты о чем? Советы любые можно давать. Потому что я и так вижу, да? Советы можно давать. То есть как бы не нужно говорить, если там какое-то затраливание или что-то такое. А если просто как бы совет по прыжку там, то как бы... Я уже давно сказал, что можно. Почему-то я думал, что я могу шажочек сделать. И я побоялся, что если я не сделаю, то будет печально. Да ну, нет, в перевернутом виде, мне кажется, так сложнее. Ну... Тяжело shift постоянно тыкать. Не, если бы оно там было не перевернутое, то нет вопросов. А так, что-то, мне кажется, это прохладная история. Ну ладно, попробую, почему нет? Раз уж два человека советуют, которые даже типа проходили игру.
тут такое не работает. Это там специальные драйверы тебе для этого работают. Там надо именно прыгнуть, а не соскочить и прыгнуть. То есть, ну, вы понимаете, высокий прыжок-то нужен. Сервер бери на заметку по поводу перевернутого экрана в ноутбуке. Нет, так не получается. Кто там говорил, что так можно? Я что, не сразу нажал по-вашему? По-моему, сразу. Фух, прогресс-то прет. Спасибо, да, да. Проще. Все-таки надо даймонд перевернутый сделать. Стоп, 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 плейн? Или там что-то уберется? Не-не-не-не, никаких плейнов. Не, лол. Вот это вот что такое? Оно как-то сдвинется, я надеюсь. Нет, я не спрашиваю. Ну, 100 раз говорил, что нет. Если я скажу, что сказать, я, это будет явно. То есть я скажу то, что да, скажите мне, что там.
Но не на... Ну лол, тут... Как долго до тебя доходит? Ну лол, ну правда. Я говорил это 10 раз. Ну, причем при тебе. Я объяснял, что такое подсказать. Ну, типа, прошу, что такое нет. Привет, Базил Смит. Ну, серьезно, ну зачем? Я бы увидел и так. А теперь я вот буду думать, что там вылетит или что-нибудь еще. Ну, блин, это как бы вопрос такой, сам к самому себе. Ну, чё, ну... Как будто первый раз на стримах, ну, лол. Или вообще, ну... Это вопрос просто в воздух. Ну ладно, забыли. Ой, вот этот прыжок, это жесть. Да ну как не умирать-то об этот шип? Что-то вообще теперь не выходит. Начал бояться шипа, теперь вообще не выходит. Ну вот, Mystic Shadow шарит. Да, не вижу смысла тут в житуре особо, ну лол, тут прыжок-то близко. Мне надо просто в последний момент нажать прыжок, когда я еще касаюсь платформы. Может быть, мне вообще там не надо
сделать прыжок в этот блок. Может, мне это пролетом это сделать? То есть я такой прыгаю. Так, раз. Ну как там? Вот так, раз. И типа вот так, два, уже не задевая. И тут еще три, и сюда. Похоже, что так можно. А если я проспамлю, то как я потом буду выпрыгивать, непонятно. Не знаю, а как потом контролировать выпрыг-то? Не понимаю. И что такое ИМО? Опять английский. Так причем и-то русская. Что такое имха, я знаю, но там расшифровка все-таки совсем другая. Это именно на русском. Имху это на русском. Привет, апдейт, отличное настроение. Нет, бобер, нет. Там другое. Привет, Свима. Так нету дабл джампа-то. Я, кажется, понял. Ну, так, в целом, теорию.
Вид это только лишь выпрыг. Еще надо в гейт попасть. Потом нужно в перевернутом состоянии попасть в гейт. А дальше там, ну ладно, вроде падение не особо сложно, хотя можно завафлить. Потом даймонд, я не знаю, либо это ловушка, которая исчезнет. Но если это настоящий, то это лютость, вообще лютая жесть просто. Ой, что я там вижу дальше? Ладно. Дальше это проблема в будущем будет. Я не знаю, у меня, по-моему, тоже такое было один раз. Хотя нет, это у меня было на СК2 ТВ, а не на Твиче. Ну, бывает. А, что, у меня был сейчас второй прыжок? Да, ну лол, когда у меня есть второй, то я в шип врезаюсь. Ну прогресс. Камилия, вот вы спрашиваете, за что убивать Камилию? Да вот за этот уровень хотя бы. Так я же говорю, суть я давно уловил, я же сказал, в теории я понял. Еще до того, как первый раз получилось. Какой-то пот. На самом деле, так как мы идем с сильным опережением, я более чем уверен, но даже при самом там плохом раскладе, там, если у меня такие вот крешенки будут, да, на последнем боссе, если я просижу просто колоссальное количество времени, но все равно, но мне месяца на него вот так вот хватит просто выше крыши. Ну и на концовку этого уровня. Как бы тут не было сложно, я слышал, что там все равно в течение нескольких часов он проходится. Ну, он прогресс же прет, да, постепенно. Пройдется это все. Ну, так что с Камилией я на сегодня завершаю.
завершаю. Всем спасибо, но стрим на этом еще, наверное, не заканчивается. Вот. Но, тем не менее, если кто-то только из-за Камилии, то вам пока